Так, 24 августа 2020-2021 год, Харьков. Луна выползает, 21:39. По Киеву, в Харькове. Смотри. А? Так, наверное, даже лучше, да? Опс. Специально с такими настройками светочувствительности снял, чтобы на фоне окружающей обстановки было видно Луну. Это Сатурн. Что ж ты такой неуловимый, Сатурн? Вот так. 1 347 000 000 километров до Сатурна. Ёлки-палки, у нас сейчас Луна за облака уйдет. Вот это номер. Хорошо, так дома много внимания Сатурну уделить не сможем. Пойдем сразу к Юпитеру. Вот Юпитер. И его 4 галилеевых спутника. Да что ж ты, говорит, перебор. Сейчас. Этот спутник, это у нас Ганимед. Сейчас к нам присоединится Юпитер, вот он. И сразу за ним будет Европа, Ио и Каллисто. Да, шутка шутками, но... Правда, сейчас облаками закроет Луну. Давай, наверное, вот так сделаем. Даже полосы экваториальные видно. И, наверное, будем завершать этот дубль. Ты видишь, вон какие облака вверху.
Хорошо. 24 августа 2021 год. Харьков 21:44 по Киеву.